Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Аня. Сегодня я расскажу вам вкратце о том, как получить румынское гражданство. Если вас интересуют вопросы по каким-то конкретным, вот как получить бюллетень, как получить свидетельство о рождении, пишите комментарии. Я вам отвечу, какой список документов вам для этого нужен. Сейчас я расскажу, в принципе, я не знаю, кому это рассказываю, потому что, по-моему, я вообще одна из последних, кто это гражданство уже сделал в Молдове. Потому что около 500 тысяч человек уже однозначно его имеют, это взрослых, не включая детей, которые как бы тоже числятся, но они как бы еще не считаются такими полноправными гражданами. Почему я решила записать это видео? Мне часто задают такие вопросы, как получить румынское гражданство. И вообще на русском языке в интернете довольно-таки мало информации на эту тему. И есть левые форумы, где предлагаются левое гражданство за деньги, за 10 тысяч евро или за 20, я не помню точно, я находила. Это вообще преступная деятельность. Сделать такой паспорт, потратите деньги, потом на первой же таможне в Евросоюзе посмотрят, что он левый, и прощайте ваши деньги, прощайте ваши мечты. Вот он, не левый румынский паспорт. Это паспорт моего мужа. Мой пока еще, я должна поехать в Румынию забрать свой бюллетин, как бы это именно паспорт, сейчас я закрою фамилию. Вот он такой пластиковый, биометрический. Значит, как вообще это гражданство можно получить? Многие граждане Молдовы считают, что это как два пальца обоссать, то есть он говорит, я в любой момент, там, я читала на форумах, там, на новостных порталах комментарии, говорит, да я этот паспорт захочу, в любой момент получу. Но на самом деле все не так просто может оказаться. Потому что для того, чтобы получить гражданство по тому, как получает большинство молдаван, нужно иметь родственника, который родился на территории Румынии до 1940 года, там то ли по июнь, в общем, это не суть важно, как бы, если вам интересно, я могу вам точно написать, по какую дату включительно, с 1918 по 40 примерно. То есть бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Вы собираете все документы, берете их из нашего архива, как бы все документы, вот такие вот примерно, так они выглядят, все свидетельства о рождении, начиная от бабушки до вас. То есть бабушка родилась, дед родился, их свидетельство о браке, родился папа ваш, его свидетельство о браке с мамой, мамино свидетельство о рождении, ваше свидетельство о рождении, о браке, то есть все-все-все документы, которые, по которым прослеживается ваша связь с этим вашим предком. Вы их собираете. Делайте такое, называется ДОСАР, папочка. Туда еще нужно несколько заявлений, декларации. Это вам нотариус заполняет, даже не буду вам морочить этим голову. И справка о несудимости. Вот моя молдавская справка о несудимости. Я несудимая, хороший человек. Так, вы это относите, либо можете подавать в Румынии эту всю папочку, которая заверена у нотариуса, либо в Молдове. В Молдове это стоит 60 евро, в Румынии бесплатно. Следующий этап довольно-таки длительный, это ожидание. Ожидание, вы ждете, когда вы выйдете в приказе. Это примерно от года, если повезет, до 2 лет. Бывают случаи, тем, кому не везет, они ждут 2,5-3 года. Вы выходите в приказе. Приказы публикуются на сайте. Вот так вот, все пофамильно. В одном приказе сразу много человек. И написан ваш номер и номер того года, когда вы подавали. Вы выходите в приказе. Следующий этап, вы собираете документы, которые нужны. Там буквально пару ксероксов, приносите присягу, как бы клятву верности Румынии. В этот же день, вот вы принесли присягу, вам выдают листик, что мы подтверждаем, что вы стали гражданином страны. Сейчас я закрою свою фамилию. Вот, вы стали гражданином страны. После этого вы должны оформить все румынские документы. Это свидетельство о рождении. Оно вот так вот выглядит. Оно обойдется примерно от 60 до 110 евро. Если вы готовы ждать долго, то вы можете записаться там на пару лет вперед в Ясы или в Бухарест и сделать его по тем ценам, сколько оно стоит в Румынии. То есть там буквально, не знаю, пару долларов. Вот. И свидетельство о браке тоже, оно розовенькое. После этого, когда вы уже, это примерно занимает где-то 2-2,5 месяца. И после этого вы можете сделать прописку в Румынии. Как я делала прописку, можете посмотреть у меня на канале. Это дней через 40 вам примерно выдадут ваш бюллетень, это внутренний паспорт. И после него вы можете делать биометрический паспорт, можете не делать. Как бы это уже ваше дело, но по факту как бы он не нужен для работы в Европе. Как бы достаточно просто внутреннего паспорта.
Вот, вся процедура примерно обходится в 500 евро и длится 2 года. Но если очень сильно заморочиться, как бы там и экономить, то есть все делать самому, она растянется на большее количество лет, но можно сэкономить деньги, как бы. Также процедура восстановления румынского гражданства, это именно то, о чем я сейчас говорила в видео, она возможна для жителей некоторых украинских регионов. Это Черновцы и некоторая часть Одесской области. Там вот тоже надо смотреть по карте именно, что входило в состав Великой Объединенной Румынии до 40-го года. Там были части украинских территорий тоже. И вот эти люди, они тоже претендуют на то, чтобы как бы восстановить себе утерянное когда-то их предками румынское гражданство. Так что, в принципе, я считаю, что граждане Молдовы, там, Украины, которые смогли сделать этот паспорт, должны быть благодарны, потому что я довольно часто таки встречала такое отношение, типа там, я сделал паспорт, мне все должны, как бы, блин, скажи спасибо, что тебе дали эту возможность попробовать что-то изменить в своей жизни, потому что реально люди готовы давать 20 тысяч евро просто, чтобы легально попасть в Европу, как бы. И даже вот эти беженцы, которые сейчас проникают, они тоже проникают не бесплатно, то есть они платят огромные деньги за то, чтобы туда попасть, как бы. И, допустим, хаять Румынию, это довольно-таки глупо, если тебе предоставили такую возможность. Вот, так что я благодарна и советую быть благодарна всем тем, кто тоже получил паспорта, то есть не относиться к этому так, как бы, что, типа, это, вот, мне это выпало в жизни, нормально. Как бы так нельзя, как бы надо более осознанно относиться к тем, к тому, что тебе делают, то как бы быть благодарным за помощь. Вот, потому что если бы не эти паспорта, я не знаю, что было бы в стране и где бы люди работали, наверное, бы нелегально или как. Потому что в основном все держится еще вот на тех, кто первые вот сделали себе такой паспорт и поехали, и присылают сейчас деньги и помогают тем, кто здесь. Как бы. И не то, что даже если я снимаю свадьбу, я фотограф, я тоже благодаря вот этим вот людям, которые прислали деньги, сделали свадьбу. На 3000 лей, которые здесь платят в Молдове, ты свадьбу с фотографом со всем этим не сделаешь. Ну, я немножко отошла от темы. Вот. Если какие-то непонятки есть, то пишите, спрашивайте. В принципе, я помогу. Я так довольно-таки глубоко вникла в эту тему, много чего читала, много чего знаю, как бы, ну, какие-то, может быть, сложности. Сейчас только про сложности два слова. Во всех ваших документах, которые вы собираете, каждая буковка, фамилия, все должно быть тютелька в тютельку, вот когда вы собираете именно досар, ваше досье. Если вот на этом очень многие попадаются, и я попадалась, и муж, и вообще многие знакомые, потому что бывают фамилии, как бы в советский период их так перевели, потом наступила, вот Молдова получила независимость, там уже на румынской графике совершенно по-другому пишется фамилия, а румыны такого не признают, они считают, что разные люди с разной фамилией. Поэтому вот эти все это свести к общему знаменателю, реально некоторых у меня заняло года два, наверное, благодаря еще моему брату. Если бы не он, наверное, я бы не сидела бы сейчас, не рассказывала бы это. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.